Обменяться саженцами предлагают первоуральцам. 21 мая с 13 до 16 часов фримаркет станет площадкой для обмена саженцами деревьев, кустарников и рассадой, а также удобрениями и садовыми инструментами. Желающих поменяться растениями ждут по адресу улица Трубников, 46А. Останки 13 красноармейцев обнаружили первоуральские поисковики. Активисты отряда «Пограничник» вернулись с вахты памяти. Она проходила в Псковской области. Поисковики нашли останки 13 солдат, принимавших участие в боях в годы Великой Отечественной войны. Узнать имена красноармейцев пока не удалось. Акция «Зеленое будущее» состоится в Первоуральске. Завтра, 18 мая, активисты города Первых будут высаживать деревья. Присоединиться может любой желающий. Сбор в 11:00 у дома номер 37 на улице Вайнера. Первоуральцы могут принять участие в фотоконкурсе «Стихия металла». Номинаций 3. Визитка города, городские впечатления, эстетика завода, мастера металла. Заявки принимаются до 5 июня на электронную почту.